первые годы войны Владимир Иванович трудился на заводе. Стране нужны были рабочие руки, поэтому работников предприятий на фронт не отправляли. Он решил пойти на хитрость. В те годы бездомных массово отправляли на фронт. Владимир Чудайкин оставил документы дома и специально попал под проверку. Так он стал танкистом. В первом сражении он уничтожил 3 самоходных орудия противника, отличился и в ходе взятия Берлина. За бои у стен Рейхстага ему присвоили наивысшую награду – Герой Советского Союза. Герой-танкист и сегодня в строю. Он возглавляет Совет ветеранов Кировского района Самары. В день 95-летия Владимир Иванович поделился секретом долголетия. Организация дала. Это вот моя, вся моя жизнь. Вот если бы я дома сразу ушел на пенсию, я бы, конечно, раньше состарился. А вот общение, работа, общественная работа, это вот движение, встреча с людьми, вот это, как говорится, главная сила, дала мне силу и прожить до 95 лет. Во всем Владимира Ивановича поддерживает супруга Лидия Дмитриевна. В прошлом году они отметили железную свадьбу – 65 лет совместной жизни. Полное согласие. Главное, я считаю, что сейчас поженятся, начинают делиться – это мое, а мы начали, поженились. У меня ничего нету, я только 2 года проработала, еще заочно училась. И вот он поехал в Саранск, у него деньги были, у меня не было. Купил 2 кастрюли, 2 чугуна, 2 ведра, 2 чашки. С этого и начали. Делить нам было нечего. И вместе наживали. С 95-летием именинника поздравили не только родственники и друзья, но и первые лица области и города. Губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Это вам тоже подарок от города. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил ветерану Великой Отечественной Владимиру Ивановичу Чудайкину знак отличия за заслуги перед Самарской областью. Сердечная вам благодарность, спасибо, Владимир Иванович. Спасибо. Вот у вас наград столько, что тут целый иконостас. Вы просто очень скромный человек. Но сегодня я хотел бы за ваш вклад вот в работу ветеранского движения вручить еще награду Самарской области за заслуги перед Самарской областью. Владимир Иванович, разрешите. Ой, красота. Прикрепить. Благодарю вас за ваш труд. В ближайших планах у Владимира Ивановича и его супруги побывать на юбилейном параде, посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События.